Всем привет! Вы на канале Сестренка Шоу. Я Мирося, а это моя сестренка Злата. Мы сегодня будем распаковывать лизуны! Лучшие самые! А где же сам лизун? А где же этот лизун? Я! Мы сейчас распаковываем! Мирося, помоги мне! Что это такое с трубочкой? Что это у тебя такое? У нас одинаковые трубочки. Вот, видите, у нас вместе открываться. Смотри, какой у меня коктейль. А у тебя молочный. У нас вот появились бабушка. Вот такие вот стаканчики. И мы будем в них лизуны готовить. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сейчас распаковываем бутылочки интересной волшебной жидкости. Я распаковала. Мне вкусно пахнет лимоном. У меня запах вишни. Мы два маленьких стаканчика должны перелить вот в этот большой стакан. Добавим еду единорожка. Да! Мы подождем 20 минут, пока оно застывает. И будем читать книжки. 20 minutes later. За 20 минут просох, мы должны открыть эти лизуны. Переплей, вытаскивайся. Вытаскивайся. Ой, язык вытаскивается. Ой, язык вытаскивается. Зон почти готов. Мы сейчас будем добавлять мои единорожка. А у меня Вот сюда положить. Первый пошел. Второй пошел. Ем. Я уже пойдем. Чипесту. Гулять пошли. Сейчас превращаем это все в твердо. Мне кажется, у меня превратилось. Видишь, не превратилось. О, смотрите, какой. Там нравятся они. Нам еще нравится, чтобы они были блестками чуть больше. Мы возьмем свои, насыпем на них. Засыпаем. Я их на пол высыпала, потом все обвалю. Мы сейчас поедем на гимнастику и возьмем эти булочки с лизунами. Всем пока! Не забывайте ставить лайки на сестренки шоу. Кто не поставит, тому не дадим это. Всем пока.